В аэропорту Владивостока установили скульптурную композицию исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву и его сподвижнику Дирсу Узале. Место для установки монумента выбрано не случайно, ведь международный аэропорт Владивостока носит имя Владимира Клавдиевича Арсеньева. Этого путешественника, этнографа и писателя сложно представить без его верного спутника, нанайского охотника Дирсу Узалы. Проект по увековечиванию памяти прославленного исследователя Дальнего Востока был запущен по инициативе Русского географического общества в честь 150-летия со дня рождения Владимира Арсеньева. На торжественном открытии побывал глава округа Вячеслав Квон. Он поблагодарил представителей географического общества и отметил, что скульптура обязательно станет визитной карточкой нашего аэропорта.